Как вы относитесь к событиям на Украине? Провокация с российской стороны. А напоминают вам эти события что-нибудь? Может быть, само собой, грузинский вариант. А зачем они это делают, так вы думаете? О, мало у них земель и сюда лезут. Путин за, как будто бы за то самое борется за русский народ. Нет, у него свои амбиции. И за этой амбиции, наверное, проглотит Крым. Крым. Крым проглотит. Хочет проглотить мать. Но в это время должна что-то внутри поставить, чтобы не проглотили. А как вы думаете, может дойти дело до войны? Ну, наверное, да, если люди так же будут действовать, то да. Потому что какой ужас творится там. Что вы называете ужасом конкретно? Ну, вот это люди, что творят, рушат Украину, рушат. Это вы имеете в виду на Майдане то, что было? Да. Так, а вот то, что сейчас в Крым введены русские войска? Ну, это вполне хорошо, чтобы не было бы войны, чтобы они успокоили народ. Вообще, это начало Третьей мировой войны. Вот я так считаю. Это у них в крови. Надо везде все портить. У кого у них? У русских. Вы имеете в виду, что? Что сделали? Ну, Грузия, Абхазия, там, Осетия и так далее. Украинский народ, я вас желаю победу, счастья, свободу и процветания украинскому народу. Хай живе Украина!